Помнится, персонаж сериала «Школа» Дятлов снимал на камеру, как солнце касается веток деревьев. Вот здесь тоже очень красиво это происходит. Давайте приблизим и насладимся этим пейзажем. Я думаю, что камера не передает всей красоты этого пейзажа. Такие вот снега, вот такие вот деревья. Как говорится, я уснуть уже не могу в тени деревьев. Леди Ангел, умой меня холодной водой. Напишите в комментариях, из какого это фильма. Вот смотрите, как солнце восходит красиво. Я, к сожалению, не имею посвящения в богиню Маричи. Но, может быть, когда-нибудь будет посвящение, и тогда мы споем ей песенки. Самые красивые. Смотрите, наверное, богиня Маричи рада, что мы ей споем песенки когда-нибудь. Это будет непременно. Видите, как солнышко выглянуло? О-о-о. Но у меня немножко холодно на руке, потому что мне удобнее снимать без перчатки. Я не взял никакой с собой прибор. Надо было взять какую-нибудь держалку. Ладно, наверное, на этом наш зимний пейзаж подходит к концу. Посмотрите, какие сугробы. О-о-о-о. Ну все, друзья, до новых встреч. Всем всего самого наилучшего.